Ну, мы пробуем решить, мы решаем задачу журналістики довіри глядачів. Основна проблематика, тобто, коли я прийшов до цієї проблеми, що от ніхто нікому не довіряє, в принципі, почав розбиратися, чому, все упиралося в те, що фінансування. В результаті всі телеканали, вони фінансуються кем-то. Вот, бесплатных журналистов не бывает, они умирают от голода. И как бы к этому пришло понимание, что нужно искать другие методы финансирования. А вот сейчас я вижу два финансирования. Это олигархи, другое реклама. И реклама, в принципе, это те же олигархи, просто чуть-чуть завернуто по-другому. Вот. Что мы предлагаем? Мы предлагаем финансирование с помощью зрителей. И модель, которую мы рассматриваем, она следующая. Мы предлагаем всем журналистам на нашей платформе постить новости в категориях видеоновости, что они считают самое важное. Вот. Они заходят на эту платформу, постят новости с целью заработать деньги. Следующие заходят на нашу платформу инвесторы. Инвесторы – это люди, которые хотят качественный контент и которым интересно играться, выбирать, какой контент есть адекватным сейчас. Ну, они после того, как журналисты постят видеоновости, заходят инвесторы. И они могут инвестировать деньги в каждую из новостей. Когда они инвестируют деньги, то мы эти деньги распределяем следующим образом. 10% от инвестиций мы отдаем журналистам. То есть этим образом мы даем хлеб журналисту. А остальные деньги мы собираем и отдаем инвесторам, которые инвестировали в победителя, в новость, которая есть победителем. Таким образом, мы решаем две задачи, которые есть критичные. Это финансирование... Сейчас еще раз. А можно это сам? Маркер, да. Он перед тобой. Тільки то перманентность здесь. Перманентность? На ней можно рисовать? Я только заботилась. Смотрите, есть люди, которые выгружают зачем-то свой видеоконтент, есть другие люди, которые заходят, вкладывают туда бабки и устраивают, условно говоря, тотализатор для того, чтобы выиграть определенные скачки такие, да? Где Саша? Вотер. Вотер? Да, прекрасно. Можете зайти туда, посмотреть. Там сейчас есть несколько категорий. Самая, которую мы рассматриваем, это Украина население, Украина Тех. Украина Тех мы пробуем сделать новости про технологии в Украине. Украина население, это просто позитивные новости. Вот. И там есть примеры, и может быть просто... А можешь прочитать, потому что я не могу прочитать. Тройдер? Да. И там посмотрите примеры, там будет больше понятно. Вот этим вопросом мы решаем два, ну этой моделью мы решаем два вопроса. Первое — это финансирование журналистов, потому что они получают 10% инвестиций. Второе, что мы решаем, это мы функцию редактора забираем у человека и отдаем эту функцию рынку. То есть рынок решает, вот как мы видим на рынке, на экономических рынках мы в США вот решают, что вот электромобили — это будущее, потому что Tesla вышла на рынок, получила деньги, доверие людей, и они поняли, что они могут это реализовать. Аналогично тут люди, когда инвестируют,
с целью заработать деньги. То есть каждый человек, когда заходит, он видит 5 видео, и он инвестирует с целью, он смотрит на эти 5 видео и думает, какое видео самое правильное. Потому что если он выберет правильное видео, то он сможет на это... Какие критерии? Хороший вопрос. Критерии мы не даем своим ассистентам, своим зрителям. Любой человек заходит и... Да. То есть там ограничения, посмотрите там. Вот. Потом, решаем две функции. Журналист, финансирование журналистов и функцию редактора забираем у редактора, отдаем рынку. Как говорил Адам Смит, невидимая рука рынка принимает оптимальное решение. Вот это мы пытаемся сделать для журналистики. Вегетарианская журналистика 1.0. Окей. Да. Вот, сегодня на Хакатоне мы будем делать следующий проект. Мы будем делать возможность, чтобы журналисты, когда запостят новости на Facebook, когда мы выбрали главную новость, чтобы все инвесторы и все журналисты в тот момент у себя автоматически на Фейсбуке запостили эту видеоновость, чтобы она получила трафик. То есть фактически мы делаем следующее, что вот есть 10 блогеров, и у них есть свои аудитории. Мы говорим, вы можете прийти к нам, зарабатывать у нас деньги, а мы будем распространять среди ваших блогеров, то есть выигрышная новость, вы все ее автоматически распределите, то есть такое соревнование. Я не совсем поняла, с чем интерес тех же самых инвесторов, да. Журналист, который постит свою новость в Фейсбуке, на этом зарабатывает. Еще. Можете конкретный вопрос один? Давай. Журналисты снимают видеоматериалы, каким качество интересные, и постят на платформе. Да. Это видео лежит с каким-то там копирайтом, то есть его использовать нельзя, правильно? Его можно посмотреть. Это как база данных? Допустим, сейчас хакатон, 6 журналистов сняло место про этот хакатон, так? Да. Вот мне еще понятно. Дальше. Вы предлагаете, например, телеканалу выбрать самый интересный из 6 видеороликов и купить его? Телеканал получает... Телеканал выбирает, что купить из этого 6 видеороликов? Нет. Нет, все, хорошо. Дальше. Любой из посетителей может, например, заплатить 100 гривен за то видео, которое он считает самое лучшее. Проинвестировать. Да. Со всех заплаченных денег 10% получает журналист. Да. Вне зависимости от видеоролика. Из этих 6 видеороликов каким-то нам еще неизвестным образом один видеоролик выберется лучшим. Да. Те, кто проинвестировали в лучший видеоролик, получат возврат денег и бонус. Да. А те, кто проинвестировал в видеоролики, которые не стали лучшими, ничего не получают. Да. Тотализатор, чье видео лучше? Это не тотализатор, это ремастер. Это потому что тотализатор запрещен. Как это не назвать? Человек смотрит, проявляет свою экспертную позицию, чье видео лучше. Да. То есть это игра. Я бы не назвал для этого. Это игра. Если я ставлю деньги и пробую угадать, сейчас, что лучше. Для инвестора это возможность заработать на своей интуиции. Это возможность заработать на своей интуиции, это возможность поддержать журналистов, и это возможность влиять на контент для... И видеопобедителей по каким-то договоренностям максимально вы расшариваете. Да. Смотрите, если мы в Фейсбуке ставим лайк, потому что нам котик нравится, то здесь мы инвестируем, потому что мы хотим заработать. Это другое взаимодействие. Совсем другая модель. Соответственно, видео, сюжет или новость, которая набрала больше инвестиций, это значит, что у него есть определенная ценность, дополнительная ценность у этого контента. И этой ценности, аналогов такой ценности на рынке нет. То есть мы просто лайкаем, выбираем, комментируем, просто голосовать, а здесь нет.
мы ставим деньги, потому что, ну, то есть мы инвестируем деньги, потому что мы хотим заработать. Это другая ценность. Хорошо. Можно одно питання? Я голосую грошима, чи я голосую по факту голоса? Ви голосуєте грошима. Тобто, якщо я мільйон баксів проголосував, а всі там по 10 тисяч голосували, я виграв. Зараз нас модель у нас 1 долар, тобто, ну, фіксована, тобто 1 чоловік, 1 долар. А потом мы будем думать над моделью, то есть, ну вот этот ваш, то есть мы хорошо, его понимаем. Хорошо, какое ранжирование происходит? Что, типа, я если 20-й, я уже победитель, или я потому что первый победитель? Победитель тот, кто набрал больше всего инвестиций. Ну, то есть, если я за один рубль стал 20 человек, то, соответственно, нужно 20 долларов, второго 5. А вы можете коротко... Форекс для журналистов. Да. А вы можете коротко сформировать миссию про стартапа? Миссия, ну вот, это миссия, это... Ну, одну проблему вы решаете, это оплачиваемость работы журналистов. Да. Какая глобальная миссия? Empower independent journalists. Это значит дать возможность независимым журналистам зарабатывать деньги и быть услышанными. Вы в самом начале назвали недоверием к новостям, да? Да. Что инвестируют олигархи, что новости да, проблемы, да, нет честных журналистов. Да. Как вы решаете? Мы решаем эту проблему тем, что мы функцию редактора отдаем рынку. Вот. Потому что рынок... Это вот единственная модель, которая проверенно принимает оптимальные решения. Ну, то есть это теория экономики. То есть у вас голосование деньгами, да. Но люди так просто не голосовали. Если он уже хочет заплатить денежку, значит ему она и правда полезна. Но именно поэтому люди голосуют деньгами, а не просто лайком. Да. То есть примером можете посмотреть, это Predictive.org, это США платформа, что она делает, дает возможность людям сказать, что выиграет на политической арене. То есть они что-то подобное делают, только это. Да. Ну понятно, политический тотализатор, хорошая штука, да, прошу. А что мешает олигарху зайти на ваш ресурс и делать то же самое? Я тоже не вижу разницы. Вот смотрите, то есть, ну это повторение вопроса, почему один человек не может зайти, не заплатить столько-то денег. Чтобы вам это ответить, почему олигарх не может сделать так, чтобы акции Фейсбука выросли на 10% или упали на 10%? Потому что бороться с рынком бесполезно. Вот. Нет, ну вы понимаете, проблема в том, что если олигарху в этом конкретном случае нам, он найдет тысячу человек, одну тысячу каких-то. Ну давайте я так. Давайте я так отвечу. Вот президент России может контролировать новости, но он не может контролировать рынок. И когда он какую-то глупость сделает, то рынок в России это самый. Ну, можете посмотреть, когда он делает там захват Украины, рынок в России падает. Мгновенно. То есть рынок контролировать нельзя. Только давайте не уходить в битву сейчас, потому что мне кажется, что это какое-то да, здравое зерно. Скажите, как вы себе формулируете мотивацию ваших участников, условно ваших инвесторов? То есть я прихожу туда, чтобы выиграть $3, если инвестирую один, это главная мотивация. Кто эти люди и чего они хотят, когда они играют в игре? То есть мы рассматриваем три мотивации. Это заработать деньги. Вот. Вторая мотивация это помогать журналистам. Ну вот, человеку просто нравится, что ему делать, и ему не жалко помогать журналистам. И третья мотивация это влияние на контент. Пример вот этот. Я программист. Я хочу, чтобы в Украине больше знали про IT-технологии. И когда я вижу три новости, выбираю из трех новостей. Одна новость про IT-технологии, развитие чего-то там, другая новость про сельское господарство, третья новость про чешусь. Я голосую деньгами, говорю, вот я хочу, чтобы вот про IT больше людей знало. Потому что если больше людей будет знать про IT, то я эгоистично, у меня будет больше людей, с кем я могу общаться. Секунду, вон там давно було запитання. Яким чином ви досягаєте актуальність? Тобто сьогодні, наприклад, якась інформація актуальна, як триває
голосування, цілий день голосування, як ми зарегулювати. Чи це більше форма для них дослідження? То есть, если мы будем сравнивать, то есть я вот чётко распределяю две новости, новостные модели. Это твит, это твит. Это просто информирование истории. Вот, я пробую дать ответ. Вот если я рассмотрю новости, я распределяю новости на два типа. Это твиттер новости, которые появляются в твиттере через 10 секунд. Это быстрый low quality новости, потому что там будет всё. Вот. И потом новости что-то стиля Блумберга, которые появляются на следующий день. Ну, они несут именно важно, что там нету халтуры, они проверенные, и то есть и люди платят за Блумберг, потому что они знают, что ну что-то quality хорошее. Але вот. Це всім займається суто машина, тобто немає редактора якихось. Да, наприклад, якщо вже добре є впевненість, але як тоді критерії досягаються? То будь-який журналіст. Добре. То есть я, когда я изначально я думал над, как решить вопрос правдивости. Вот ваш вопрос, что вот есть новость, узнать правдивость или нет. Изначально для этого разрабатывал. Потом я понял, что Лебединое озеро очень правдивое. Вот. Но оно, тем не менее, не отображало того, что происходило в 91 году. Поэтому правдивость... Я как бы даже не рассматриваю, потому что есть понятие актуальность. То есть я считаю, что актуальность, оно выше правдивости в каком-то плане. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть правдивость тоже важна, вот, но актуальность важнее. Секунду, вот да, было, просто вы не видели руку, потом сразу к вам. Прошу. Не кажется ли вам эта схема немножечко сложновато. Почему нельзя сделать просто? Это не вопрос. Давайте вопрос. Да, вопрос. Почему нельзя просто сделать краудфандинговую платформу среди журналистских проектов? Mm-hmm. Почему? И вы будете собирать те же самые 10%. Почему все так сложно? Краудфандинговая. Потому что вот смотрите. Получается рыночный механизм. Не, вот українські волонтери на українську армію надали, я не знаю, скільки там грошей, вот. І про це по всіх новостях говорять. Но если вы порівняете эти деньги с тем, что выделил бюджет, вы поймете, что это очень мало. То есть донейшены – это хорошо, но ну, это не те объемы. То есть на донейшенах нельзя кушать за донейшены. Вот. На рынке можно. Что? Протестую. Хорошо, вот там был вопрос. Можно я короткую ремарочку сделаю? Да. Формат донейшн для видеоплатформ, смотрите в сторону гейминг-индустрии Твича. Человек, который стримит Майнкрафт, заработал в прошлом году 2 870 000 с чем-то там тысяч долларов на донейшн. Ну, я думаю, ты бы нормально смог на 2 ляма кушать. Не, я понимаю, что... Для одного него хорошо, а для общества в целом... Стримил Майнкрафт хорошо. Вот давайте все-таки дождемся вопроса. Мы сейчас говорим много о деньгах, но мы все-таки создаем видеоконтент. Что мне как инвестор должно быть интересно заходить на ваш сайт и тратить время и просматривать часы. Хорошо, вот я при мотивации 5 лет, я повторяю. Первое, это заработать деньги. Помимо денег, второе – это помочь журналисту. И третье – это влияние на контент. То есть функция «я редактор от общества», «я редактирую да. мир информационный своим одним долларом, одной тысячей, не важно». Да. Ответ понятен. Так, да. Давайте вот просто не смог ответить на самом деле ему, хотя ответ у него есть, я хотел бы его защитить. Прошу. Можно, да? Ну, модель, он скрестил две модели. Одна модель Kickstarter, действительно, связанная с монетизацией, да? А другая модель, это политическая модель, называется Primaries. Когда ага. есть несколько кандидатов, есть один голос, и вы можете голосовать за одного из кандидатов. Да? Да, эта модель, которую предлагает, она, в принципе, грамотно скрещена, она может работать. Вот, и там еще и геймификация там заложена, так что все нормально у него с этим. Вот. Что касается, значит, второй части, того, что есть такой массовый спрос, и будет побеждать
всегда какие будут проекты побеждать, которые всем нравятся, да? Вот, ну, скажем так, вот есть Голливуд, есть Венецианский фестиваль, да? Вот, мы пойдем и все будем, все деньги будут крутиться, и все люди, все журналисты, все киносъемщики, все площадки в Голливуде, и они будут побеждать. Но мы тем самым можем потерять, если вот будем принимать только вот такие модели, да, можем потерять что-то очень интересное и ценное, что нас будет различать. Ну, я бы не говорил о потерях, то есть как часть, да. Вам нужны люди в команду? Давайте уже, просто мы сейчас на этой идее загружены настолько, что завтра к вечеру мы закончим, мы ее вырулим прекрасно, мы ее отштормим и даже поймем, в какую сторону двигаться, но это чуть-чуть больше, чем нам хотелось бы. Люди в команду вам нужны? Нам бы было бы интересно пообщаться с людьми, которые работают в телевидении. Вот, именно. Короче, тоже медиа-экспертиза про то, как это можно было бы соединить коня и крепежную лань. Хорошо. Давайте сейчас вот жестоким решением остановим обсуждение этой идеи. У нас есть что-то еще, коллеги? Было же вроде.